Продолжаем рассказ про Минарс. Это раздел душевых уголков. Вот эти душевые уголки. Конечно, они сделаны очень добротно. Это не тот Китай, который поставляется массово в Ашаны, в Метро и в Оби. Но зато достаточно скудненький ассортимент. То есть нет таких уже навороченных дизайнерских моделей, чтобы там был радиоприемник и Steam сауна и еще что-то, какие-то опции. Вот. Но вещи действительно очень качественные. То есть тут фирма дает гарантию, что у нас не развалится этот душевой уголок в течение первого же месяца эксплуатации. Вполне вероятно, что может быть более серьезные дизайнерские модели продаются в каких-то специализированных магазинах. Я просто пока про это не знаю. Такая вот цена на уголок. А вот типовые ванны, которые продаются тоже в обычном американском магазине. Обычный американский ширпотреб. $799. Вот такая угловая тоже 799.